буйная. Я заперла свою лирическую героиню в кладовку, чтобы она не кидалась в людей своими историями и не распугивала прохожих, проходящих мимо дома. Совсем одичала без общения с другими. Молодая дерзкая гнет свою правду матку, как будто она кому-нибудь интересна или нужна. Я ее резониваю, говорю, ты же литературный персонаж, зачем тебе правда? Живи себе в мире фантазий, гоняй свои сиреневые туманы, а если надоест, то можно сменить цвет и ориентацию. Нет, отвечает, и рвется, как бы не вырвалась снова, вы уж того, если встретите, где ее, то сообщите адрес. Буйная